Турция начнет снимать антиковидные ограничения с марта. Об этом, выступая вечером в среду, 17 февраля, в эфире государственного телевидения, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщил в своем телевыступлении в среду вечером президент Турции Эрдоган, в марте Турция начнет постепенно возвращаться к нормальной жизни. Соответствующие решения были приняты в ходе совещания президента с кабинетом министров 17 февраля. Турция возьмет на вооружение дифференцированный подход к снятию ограничений, в чем-то похожий на российский. Так, по словам президента Эрдогана, каждая из 81 провинции Турции войдет в одну из четырех цветных зон, в соответствии с уровнем заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения и рядом других факторов. В каждой из зон, в зависимости от ее цвета, губернаторам входящих в нее провинций будут даны определенные полномочия по этапному снятию ограничений. Так, в каждой из зон Турции будут приниматься свои решения по отмене комендантского часа вечером и в выходные дни. С этого начнется снятие ограничений, по началу работы кафе и ресторанов, возобновлению занятий, разрешению на передвижение пожилым людям, масочному режиму и прочее. Подробности о датах перехода к новому режиму, о том, какие провинции войдут в каждую из зон, какие границы будут иметь полномочия губернаторов по снятию ограничений, когда будет разрешено открыться заведением общепита и прочее, будут озвучены в ближайшие дни, сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Как полагают источники вестника «Атар» в турбизнесе Турции, Анталия, скорее всего, войдет в зону с быстрым темпом снятия ограничений, а в Стамбуле, где заболеваемость коронавирусом выше, их будут снимать позже. Если видео понравилось, поставь лайк, подпишись на канал и нажми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.